Всем привет, ребятки! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру. Эволюция бойца. Так, смотри, где мы. Ух ты, уже. Смотри, какие-то уже чертички появились. Так, у меня автоматик есть, сейчас я нормально буду автоматик прокачивать. О! Так, а ну-ка. Давай, пёску сразу, пёску. Ух ты! По две пёски будут выбегать, круто. Так, о, у меня кончился автоматик. Так, а тут пёска ничего никого не ест, и она просто напросто убежала. На, получи! Есть, взорвался. И мы уровень прошли. Хорошо, хорошо. Знаешь, что мы будем прокачивать? Прокачивать мы будем, ребята, автомат, скорее всего. Так, два значения. Что же мы здесь прокачаем? Ну, давайте, прокачаем броньку. Да. Бронежилет. И, в принципе, здесь достаточно. А снаряжение мы прокачаем. Сейчас посмотрим, что. 300 монеток. Ну, давай пистолет прокачаем, чтобы он был у нас более таким крутым. А автомат нужен аж 700. Офигеть. Ладненько, поехали дальше. Будем прокачивать автомат. Нам нужно будет 700. 700, ребята. 700 денег. 700 долларов. Это же доллары здесь. А давай, стреляй. О! 22 патрона. Хорошо, пробежали. Так, ой, сколько здесь много чуваков, да? Так, давай, поехали. Ножом. Так, эти сверху стоят, пёска не поможет. Так, а тебе я огонь сделаю. Смотрим, да. Смотри, здесь пёски просто... А нет, смотри, она этого схватила. Давай, а этого схватит? Нет, этого не может схватить, потому что он сверху находится. Ё-моё. Ну, все равно мы прошли. Хватило там здоровья, всего хватило. А 400 монет, 400 долларов. Мне нужно 700. Нет, мало. Поехали дальше. 700 нужно. Так, а ну-ка, вот, смотри у нас, ребятушки. Мы, получается, играем за чувака Собра. Собр. Так, этого давай ножиком. Вот. Так, сюда пёску, а тебя ножом будем мочить. Тебе еще не хватает ножа, что ли? Ё-моё. Так, а чё мне пёска-то убежала? Так, давай тебе огнемётик на кошку кинем. Да, пёска, она недолго с нами бегает. Ты подумай, а? Ага, еще двое бандитов. Да, здесь мы не прошли этот уровень. Угу. Ладно. Так, а ну-ка, давайте снаряжение. О, 800, нормально. Мы сейчас прокачиваем с вами автомат. Вот так. А ну-ка, поехали дальше, посмотрим. Что у нас тут происходит. Автомат. 50 уже. Нормально. 50 патронов. Давай, пёску. Так, автомат. Ножичком мы сейчас будем всех добивать. Ну, автомат, еще у меня достаточно много автоматов. Так, давай гранатку тебе кинем. Давай пёску, вот пёска. А, пёска убежала, ё-моё, тут этот стоит, чувак. Ты куда убежала-то? О-о-о, сейчас посмотрим, сможем ли мы его одолеть или нет. Этот автомат стреляет. А, нет, тут еще куча, вон еще трое стоят. А, на 80% мы завершили эту катку. 500 монет. Давайте посмотрим, что мы можем здесь купить, прокачать на 500 монет. Здоровье. Либо пистолет. Давай пистолет. Урон 90 секунд. Ах, офигеть. Поехали. Угу. 3 звезды. Так, посмотрим прокачку. А, давай пистолет возьмем. Да, 100 выстрелов в минуту. Отлично. О, мне это устраивает. Меня это полностью устраивает. Поехали. Так, слышу автоматы. Ой, смотри, как он хорошо стал стрелять. Так, пёску. Давай сразу двух собачек. Так, а здесь ножичком. Есть. Второй. Ага, это мы сейчас так сделаем. Подзорвём его. Так, одна пёска у меня осталась. Давай её подзорвём. Вот этого сейчас. Хорошо, хорошо. Пёсик нам помогает. Так, и вот эти вот
только трое осталось. Ой, да их тут не трое, тут их, ой, как много. Не знаю, сможем мы или нет справиться. Ну, в принципе, я пистолет как-то прокачал. Стал нормально стрелять. Ах, совсем чуть-чуть нам не хватило. Да. Ладно, сейчас мы будем что-нибудь прокачивать с вами. Так, снаряжение смотрим. А, ну давай пистолет. А, 100. А, урон за 100 секунд. А, за секунду. Урон за секунду 100. Вот отлично. Отлично, отлично. Поехали в атаку. Так, автомат сразу мы прокачиваем. Так, пес. Давай пса сюда. Так, этого мочим. Эту сверху. Все, и начинаем стрелять. У нас только автомат остался, слушай, и пес. Давай эту скинем сюда, бомбочку. Так, еще один пес, пёска осталось. Ладно, мы его пока не будем тратить. Ё-моё, автомат-то у меня один остался. Давай пса сюда. Давай, пёска, помогай, помогай. Убежал, ё-моё. Да, ну, мы катку эту прошли с вами. Легко, изи, изи, изи. Но здоровья было у нас немножко. Ага, давай посмотрим снаряжение. Что у нас тут по снаряжению? 600, да? Давай здоровье прокачаем. Все, достаточно. А здесь прокачка. Сейчас я посмотрю. Ага, два значения. Ну давай возьмем легкую броню. Да. Да, ну что, смотри, прокачанный. Прокачанный чувак. О, нифига, с бочкой какой-то стоит. О, хорошо. Да, потратил я много. Так, ладно, сейчас оружием. Так, собачку сразу. Ах, так, значит, сейчас я собачек побольше кину сюда. А, этот, смотри, гад, где-то бочку нашел и еще раз ее кинул. Офигеть. Всего 600 монет у нас. 680 долларов. Ой, хорошо. 700 уже. Так, а то, смотри, сверху будет кидать меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас он опять где-то найдет бочку, смотри. Еще кину. Все, один удар, и дядька мой убежал. Угу. 11-я миссия была. А, давай посмотрим снаряжение, что тут можно прокачать. Угу, 700. Я бы прокачал либо здоровье, либо автомат. Но автомат много очень стоит. Да, ладно, подождем пока. До 800 или до 1000. Поехали дальше. Так, а ну-ка, где у меня тут? Сюда стреляем. На тебе. Так, давай этого постреляем, хорошо. Так, этого мы сейчас стреляем. Хорошо, что мы убежали. Убежали, убежали. Так, давай сразу пёску. О! Справились. Так, давай, 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 последний бил. Вот, хорошо. Где-то там еще мужик должен стоять. Все, сейчас начнёт кидать меня. Ай-яй-яй-яй, попадание. Да, но уже 1300. Ну, монет. Монет, говорю, долларов, долларов, 1300 долларов. Так, мы убьем его или нет? Есть. Есть, соточку мы еще подняли, хорошо. Да, почему бы и нет, я прокачаю сейчас автомат. Я прокачаю автомат. 1000. Прокачиваем, хорошо. А здесь у нас что такое? 3 звезды. Автомат берем, да, урон 90. Вот, нормально. Смотрим на прокачку нашего чувака. Ой, хорошо прокачались. С автоматом еще. Ой, автомат, смотри, как выносит хорошо. Давай, пёсочку сразу. Мы совсем не прокачивали, кстати, ножи. Так, вот этот у меня штука есть. Давай, летец. О! Все, и все закончилось у меня, не знаю. А, да, скоро мы, смотрите, ребята, я думаю, даже мы здесь пройдем с вами. Да, мы прошли уровень. Да. Миссия 11 завершена официально. Так, здесь сколько миссий осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 миссий осталось. А прошли мы 11. Ты понял?
Ага. Давай еще раз пойдем посмотрим. Так вот, чуваки, сверху. О-о-о. Не знаю, пройдем или нет. Как он на вертолете стоит, чувак. Так, хорошо, что у меня на автомате много патронов. Так, давай, песок. Ты, что-то я много песок отправил. Слушай, поспешил. На. А, мимо. Убежал. Убежал он. Ну, сейчас посмотрим. А, нет, мы не справились. Да, убежал чувачок. Сейчас сделаем по-другому. Песок я не буду слишком быстро выводить. Так. Ножей у меня много. Давай песку сейчас позовем сюда. Так, а если я вас стрельну, вы вдвоем не взорветесь, не знаю. Надо другого пса купить, слушай. Какая есть возможность? Купить нового пса. Сейчас я посмотрю. А, у нас две звездочки, да? Сейчас посмотрим, можно ли... Да, купить, давайте другого пса вот этого купим. Может, он будет более такой, ну, злой. Песик-то наш. Так, давайте посмотрим. О! Доберманчик. Какой он злой. Что-то он убежал, правда. Что так быстро? Давай еще одного пса. Так, здесь правый динь. А, нет. А, да, смотри, двое взорвало. Так, еще мне нужен пес. А-а-а, сколько патронов было, я не использовал. Надо еще раз пройти. На автомат надо использовать. Давай, короче, делаем так. Сделаем автомат, думаем, пока не кончится. Потом уже всех остальных. Автоматом надо. Так, все, автомат кончился официально. Так, пёску. Так, сейчас сюда мы стрельнем. Да, они тут, получается, не все взорвались. На, получи. Давай быстрее. Так, а ну-ка, сейчас я быстренько. Так, а здесь никого нету, ребята. Тут один чувак этот остался. Есть. Давай, с пёсочками побежим. Хорошо. Прошли уровень. Миссия 12 официально завершена, ребятушки. Ну что ж, дорогие друзья, мы будем заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось видео. Всем пока-пока. До новых встреч.